постигни ми, отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Премудрость. Исаина чтение. Яко глаголет Господь, жаждуще воду идите, и елицы же имате серебра, шедше купите, ядите и пите, без серебра и цены, вино и ту, вскую, цените добро, серебро, не в хлебе и труд ваш, не в сытость послушайте меня, и снесте благая, и насладиться во благих душа ваша. Аллилуйя! Аллилуйя! Слышим святого Евангелия, мир все. Еднакови твоему. Видь разводящиеся небеса, и дух, як голов, сходящ на них глаз. Воду Духом Твоим Святым, сам и ныне, Владыко, освяти воду Духом Твоим Святым, дашь же всем прикасающимся ею и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, и помилуй Господина нашего блаженнейшего Саву, митрополита Варшавского и всея Польши, и Господина нашего высокопреосвященнейшего Абеля, архиепископа Люблинского и Ховского, и весь народ сей предстоящий и молящийся, и сохрани нас под кровом Твоим в мире, даруй нам вся, я же ко спасению прошение жизнь вечную. Дай стихиями и человеки, и ангелы, видимыми и невидимыми славиться Твое Пресвятое имя, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Мир всем. И Господи, не преклоните тебе, Господи. О Иордане, крещающийся тебе, Господи.